я практически не снимаю свое лицо, потому что я очень плохо выгляжу в последнее время. Просто хуже плохого. Потому что у меня адский бардак, у меня очень неуютно в ванной, мне, конечно же, нет вообще возможности переодеваться, одеваться и как-то ухаживать за собой. Плюс я постоянно нахожусь на стройке или в поисках земли для дома, поэтому я так редко снимаю себя, вот. В общем, не чувствую себя красивой, лохматой и какая-то все время пыльная. Еще я недавно же переболела ковидом, у меня осыпались брови и продолжают осыпаться брови. Хорошо, что у меня хотя бы перманент есть, и не так сильно заметно, но у меня прям нет волосинок. Очень сильно брови осыпались. Короче, берегите себя, любите себя, умейте отдыхать, и когда это мы... Научитесь, расскажите, как это сделать мне, потому что у меня вообще проблемы с этим. Я прям не умею.